Так, всем привет на канале Feral TV. Игра Ghost Recon Breakpoint. Продолжение игры. Собрался? Сюда идут патрули Сентинела. Надо уходить. Вы, наверное, здорово им насолили. И откуда вообще на Ауроа такая армия? Кто-то устроил взрыв в Скелтек. Я в курсе. Только подробностей не знаю. Что тебе известно? Извини, Номад, я очень занят. В другой раз. Бывает. Надо только выяснить, что... Не пугайтесь. Так, нужно сейчас... Противник уже здесь! Стрелять по заданию. Ух ты. Так, отстрелялся. Встану в меня. Попали. Так, ну это новые, совершенно новые данные. Приказ Сентинела. Наша разведка нашла базу изгоев. А? Эй! Наблюдайте! Попал! Иду к цели! Так, с неплохая точка обстрела. Так, сейчас посмотрим. Один, вижу одного и второго, трое. Так, смена позиции, можно здесь тоже поискать. Хотя двое вот куда-то ушло. Сейчас
сейчас найду. Так, вот эти двое, которые ушли. И, видимо, вот сюда, наверное, подойдут. Два пехотинца подходят. Так, давай. Раз и раз. Так, теперь можно сменить позицию свою, как я всегда говорю, и пройти поближе, забрать. Так, теперь нужно я бы куда-нибудь. Если вы заметили что-то подозрительное, немедленно сообщите об этом. Вот кто-то. Пожалуйста, не доставай меня! Чего тебе надо? Не пугайтесь. То место, которое я ищу. Вы не знаете, где это? Да. Я знаю, где стоит поискать. Спасибо вам. Начинает искать четверо их. Может, поближе пусть подойдут. Блин, хотел на скалу за... Так, нужно подойти поближе, я думаю, будет нормально. Если бы у меня дрона второго запустили, а они нет. Видел, все идут в рейды. А эти не видят меня. Наконец-то мы проучим этих поближе. Я их не вижу. Тихо. Так, теперь дрон пошел. Так, вроде бы как бы один солдат будет мешать. Если я не ошибаюсь, дальше. Так, здесь вообще хорошо. Перестрелка, видимо, была. Похоже, это были изгои.
Схемы батареи. Нормально. Пауло Мадера. Так, вернуться к Дайгеру. Куда-то подальше. Ты думал о том, что мы окажемся здесь? Ты в порядке? В основном. Я нашла мастерскую. Может, ваша? Там были чертежи, составленные Полой. У нас нет времени. Этот отряд захватил часть наших припасов, критически важных. Без них нам не выжить. Пожалуйста, помоги нам отбить их и доставить на точку сбора. Ладно. Но документы я придержу у себя. Этих энергоблоков, наверное, хватит мощности, чтобы весь остров взорвать. Следуй в укрытие! Вот тебе! Черт! Вижу противника! Вон там! Где Дайгера? Где эта паскуда? Он поехал на станцию Южный мыс, к сестре. Что случилось? Не твоя забота. Это мы уже с ним обсудим. Так, теперь нужно дальше.
поговорить с Харухи. Ты найтись. Так себе это представлял? Найтись. Так, нужен... Сейчас, что меня интересует. Сказала все, что знаю. Спасибо. До свидания. Инфу собрали. Идем дальше. А где же твой братец? Номад, ты в порядке? Стой! Стой! Ах ты, говнюк. Предупреждать надо, когда посылаешь за грузом взрывчатки. Или ты убить меня хотел? А? Откуда у тебя эти чертежи?
Интересуешься техникой? Или это ты взорвал 30 человек? Не бей его! Ну, я все объясню! Это была твоя идея? Подожди. Нет, стой! Чёртова террористка чуть меня не угробила! Это была ошибка, ясно? Он испугался! Там должно было быть пусто! Пустует. Нас ввели в заблуждение. Вы просто идиоты. Как и все остальные изгои. Мы за человеческий мир. А они хотят создать компьютеры, которые будут умнее нас. А что Паула Мадера? Она дала чертежи? Нет. Дайгер изготовил взрывное устройство из энергоблоков. Мы решили ей ничего не говорить. Тем более, столько людей погибло. Паула для нас слишком важна. Еще хочешь нас убить? Вы же злодеи. Но вы мне пока что нужны. Но Паула... узнает, что вы с сестрой сделали. Громила, скажи ей, мне жаль. Привет. Уходи, а? Нет сил с тобой ругаться. Я не хочу ругаться. Но ты должна знать. Харухи и Дайгуро. Это они заложили ту бомбу. Мне это уже говорили. Но они ведь не стали бы убивать людей. Понимаешь, они не хотели. Но так вышло. Я думала... не знаю, что это чей-то хитрый план. Выставить их террористами. Они сделали бомбу из твоего энергоблока. Дайгуро адаптировал технологию. И в Сентинеле тоже сообразили, как это делается. Вот черт. Ты как, ничего?
слышала фразу «Правда помогает жить»? Читала ее. Вранье это. Наверное, стоило довериться ИИ. На программу хоть можно положиться. А люди всегда подводят. Люди тоже попадаются надежные, Поула. И такое бывает. Все задания, конечно, выполнено. Очень хорошо. Так, нужно двигаться дальше по следующему заданию.